Теперь Белоруссия. Тут не все так просто, но так как мне мои, как бы сказать, материалы внедрили совершенно негодные мысли, я вынужден высказаться. Итак, на, как он называется, хозяин этот телепортал, хозяин, и там была напечатана статья от моего имени. То есть человек смотрел ролик и текст, текст, текст. Первые 5 пунктов. Все правильно, ничего не наврал. Вот, потому что это от моего имени все было. А шестой, видимо, в какой-то момент у меня так было. Мне не это. Вот я не знаю, насколько этот человек серьезный, я не стал фамилию называть. Это важнейший момент. Это не то, что там мои какие-то личные обиды. Это всех нас касается, ребята. Вот в Беларуси у меня есть друзья. Белоруссию 20-30 человек, если за все годы, выписала мои косточки. Те же самые, да? Вот. А портал, хозяин, я понял, крупный портал. И в пункте 6 от моего имени написано следующее. Сейчас поймете. Я считаю, что Белоруссия такая же, как Россия, с этими задолбанными мозгами и так далее. Вот. Это якобы от моего имени. Якобы я. Саженец можно вырастить из косточки. Но каким он будет обладать качествами? Предугадать невозможно. Ну почему невозможно? Возможно. Отмажутся, ведь тут зверь идет о абрикосах. Отмажутся, да, таких. Причем в одном, в каждом десятке будут и такие, такие, такие. Ну и что? Лотерейные билеты. А и вдруг оказывается все выигрышные. Например, один лотерейный билет выиграл 100 рублей, другой 500, третий 1000, а восьмой или девятый выиграл 10 тысяч, потому что косточка, если бы даже она стоила бы 10 тысяч, она все равно себя окупит. Я же вот это ничего не придумал, а? Вы согласны? И вот это не придумано, и вот это не придумано, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Вот она окупаемая, согласны? Я почему с этого начал, сейчас поймите. Вот. А меня решили как-то настолько извратить, мне так это обидно стало. Крупнейший портал. Итак, значит, якобы это я. Даже если из 100 косточек вырастет 100 сеянцев, у меня обычно 90-95, так что у меня результаты неплохие, 4-5 будут соответствовать материнскому растению. Вроде бы он меня еще и подрастил. Почему? Потому что по разным данным, помните, один из 1000 будет, вот, это самое, повторять, или вырастет, как новый сорт. В других местах я читал 2500, то есть вот столько вырастем, а с одного будет толк. Вот. А я якобы еще 4-5 из 100. Но это ладно, можете считать 4-5, можете считать и 50 из 100, а может и 80, тут как это. Причем чем южнее, тем результаты будут лучше. Это один из моих постулатов. Чем южнее, тем качество сеянцев выше, как будто они чувствуют природу. Это тоже мое открытие, это антигенетика. У, куда я меня прунул? Уже просто удивительно. В этот момент, если кто-то из серьезных ученых, из любопытства, заглянуть, что там железо там говорит. Тут же отключил, все, дальше железо понесло. Никаких этих не может быть, что на юге они будут крупнее. Вот. Ну ладно, проехали. Теперь смотрите, остальные 96-95. Не зимостойкие. Это с какого бодуна он так написал? У меня все 100% зимостойкие. С мелкими невкусными плодами. То есть дички, полудички, требующие прививку культурным сортам. Я тут распинаюсь, вот, хоть эти, хоть те, хоть эти, хоть те, вот. Ну, понятно, Брянский, он не собирается умирать, допустим. Вот, вот эта семечка выращена этим самым украинским другом, тоже не собирается погибать. Как он мог вот это написать? Это же столько народу это прочитало. И вот сейчас поймете, откуда ноги растут, или там уши торчат. Поэтому сеянцы из косточек в сад допускать нельзя. Вот тебе и приехали. Я горжусь, что у меня ровно полсада культурных привитых, ровно полсада некультурных, причем дикарей там не осталось вообще.
Они набирают качество с каждым годом. Но я ничего не придумал. Ребята, я вам показал сотни фотографий. А? Здорово, да? Особенно, если они имеют южное происхождение. Ну, что такое имеет южное? Вот с канадские должны, в Канаде теплее, они должны были погибнуть. Но один у меня канадский погиб, потому что сопрело основание. Он так и сломался на уровне почвы. У меня фотографии есть где-то. У меня есть ретро-фотографии, как не дойду, покажу. Он как стоял, так и упал. И вот это место оказалось гнилое на уровне земли. Вот. Я это называю, вы же помните мои лекции, вот, коррозия уже не металла, а коррозия, это самое, растение, коррозия. Идем дальше. Итак, южное происхождение. Я еще раз говорю, пришлите мне любой южный сорт абрикоса, даже с Италии. Вот. Через 5 лет они будут чистыми сибиряками, и получится, как вот с этими королев... да, и королевские, и особенно академик. Пусть я недавно взял и вырастил больше 10 сеянцев академика. Грядку показывал, фильмы показывал. Вот. Прошло 3 года. Ни одной подмерзшей сухой веточки, ни единой. Когда покрывается листьями, покрывается до самой последнего почечки, покрывается листьями. А две зимы 40-градусные. А они не привиты. А это академики. Я не говорю, что они такие будут. Они будут раза два мельче. Ничего, это эксперимент. Вот. Но все вот это получается неправильно. Долго не живут, обычно вымерзают. У меня в Сибири не вы, а там же Украина, ой, Белоруссия. И мне, я уверен, что это он, вложил, как бы подписавший за меня Железова, он взял и выложил то, что он считает, что он это проходил. Я бы, допустим, я белорус. Я надоставал это всюду, кроме Сибири. Доставал Урала. И Дальнего Востока я надоставал, допустим, этих всевозможных. Вологодский абрикос, кто помнит? А? 20 лет, 30 лет назад сенсация. Выделили как особый супермороздостойкий сорт персика, абрикоса. Ну, средние плоды, средненькие такие. Ну, 20-30 грамм, может, 40 привитые. Вот. И как давай он пошел по Вологде и по всей России. Проходит несколько лет, нету. Я уверен, что он был действительно морозостойкий, он был действительно феноменальный. Его уничтожили этой же самым секатором. Просто секатором. Идем дальше. Что получается? Дальше, что он мне еще вложил в мою как бы эту. В саду нужно выращивать только привитые растения. Я тоже когда-то говорил, они уже какая-то гарантия, не привитая. Действительно, вот только если убрать, в саду нужно желательно выращивать привитые растения. Тогда все сходится. Выбирая на рынке, сажать с абрикоса, надо смотреть, есть ли у него прививки. Конечно, надо. От этого и цена зависит, и будущее. Но если не привитые, как у меня было добрый десяток. Прививка померла, а он прет из-под прививки. И получается, я ниже покажу, прекрасные плоды. Так? Ниже прививки. Вот. А прививка, вместо того, чтобы с 30 градусов морозостойкости, она там сок морозостойкий, увеличилась, даже без генетики, увеличилась до 40, черт из два, неполная биологическая совместимость. Отторжение ткани, она и при 20 умрет. Мало того, еще и не проснется. Ты привил, она мертва. Привил, мертва. Или через месяц мертва. А снизу погнал. Он крепкий подвой. Но почему надо считать, что вот это вот, еще раз, сеянцы нельзя допускать? Наоборот. Они дают здоровье всему саду. Но я уже не буду в эту тему вдавляться. Что такое ксения, что такое это самое, телегония. Идем дальше. Я все, ну, мне обидно, это якобы я. Так как абрикос самый бесплоден, ну, не совсем самый бесплоден, ну, вот, надо было написать, почти самый бесплоден. Надо посадить два саженца разных сортов, либо в одну посадочную яму. Никогда в жизни я так не говорил. Сколько вопросов было, а можно я абрикосики в одну посажу, а можно пять и пусть растут. Я говорил, ни в коем случае. И второй момент. Либо на расстоянии 5 метров. 5 метров – это
В конечном счете должно быть. Смотрите, вот этот участок сада, ему 20 лет. Ну, здесь перемешку. Абрикосы растут, груши, черешня тут слева, значит, яблони, венгерка и чернослив. Для вас они одинаковые, для меня я их все наизусть знаю, это мои дети. Вот. И плодоносят, площадь посадки густая, потому что мне другого места просто нет. А я еще не показал, сколько я тут выпилил. Вот. А это получается, где тут? Ладно, потом покажу. А это получается, в конечном счете, да, может быть, 5 на 5. Небольшой сад, он трактора не требует. И что получается? В конечном счете. Но тоже совет. Хотите иметь 5 на 5 через 20 лет? Садитесь сегодня метр на метр. И не бойтесь этого. Ой, куда я девать буду? Вот проблема. Это то же самое, что если получаешь 10 тысяч рублей нищенскую там зарплату или пенсию, и вдруг тебе это самое, кто-то приносит, говорит, вот тебе 100 тысяч, и ты говоришь, а зачем мне 90, куда я их девать буду? Вот так и тут. Такое богатство, и цените гуси. Вот. Ну и последний совет от моего имени, если имеется только одно деревце абрикоса, то на него надо привить 2-3, 2-3 других сорта. Запомните, любая скелетная прививка ослабляет дерево. И это неизбежно. Особенно, если она менее, более нежная и менее это. Поэтому садите все-таки, как я сказал, 2 на 2, 3 на 3, метр через метр. Сколько потянете, сколько терпения хватит. А в конечном счете у вас будет прекрасный полусящий сад. Вот такой, как у меня. Это маленький фрагмент. Так, для чего я вот это вот показываю? У меня вот эту фотографию мне прислали. Вот. Отдельный фильм я снял. Все честно, все без обмана. Это из моих сеянцев. Тем более, что это была переписка, мне прислали, когда люди между собой делятся. И никто меня не собирался там подольстить и так далее. Итак, это сеянцы абрикосы. Я даже знаю, какой сорт. Поди, угадай-ка. Вот. Ну, пойди теперь угадай. А это из косточек. Для чего я говорю? У меня получилось, косточки я брал смешанного сада, то есть там рядом росли и плебеи, могли опылить, и культурные. Ну, хорошо. Допустим, королевский опылил бай, или бай опылил академика. Вот. Может быть, так? Может. То есть не участвовал в этом деле ни один плебей. Например, Маджирис. Даже, может, Амур, который самый скромный из культурных. Он тоже, скорее, плебей. Вот. А здесь случилось так, что совпали два культурных. Ну, совпали. Вот получили. А помните, что это ложь мошенничества, а смешанный сад, и обязательно будут плебей. А я уже пятый фильм снял, еще половину этих не рассказал, половину. Вы представляете, как здорово? Вот. Потом, что такое моносад? Если мне говорят, ах, ваши будут только дикари, подразумевается, чтобы косточки брать культурные, так? Надо с моносада. Ну, то есть, не обязательно, чтобы был только один сорт, но хотя бы, чтобы все были культурные. Но я-то вам-то это обеспечил. Пусть не моносад, но сад без плебеев растет черемушка. Вот. Десяток банок, вон они, с косточками. Пожалуйста. И уже не надо морду воротить. Особенно взять уже юг России. Там уже не играет такую роль мордостойкость, а чтобы там кровь была маджурцев. Пусть будут скрещены два культурных этих, так как случилось в этом черемушках. И, пожалуйста, плевать не надо. Значит, наверняка будут что-то в этом роде. Уж если в моем саду, из моего сада косточки дали такое шедевр. А что там говорить, что у этого, у пианиста? Нет, никто не берет. Главное, не замечает даже. Что интересно, даже не замечает. Косточки черешни с его сада, привитая черешни, черешни, привитая на степной вишне, не заметили, так ни одной не купили. Ну, и этих буквально пару человек написал. Пришлите мне поздний пианиста. Пришлите мне академик пианиста. Ну, тут человека три. И все, банки стоят. Вы скажете, дорого? Конечно, дорого. Вот. Разве можно вкладывать деньги
Вот он вложил. Когда-то мы были просто знакомы. Вот. И медленно просто взял и это купил у меня черенки. Все это было начало. Да, Олег Олегович? А это что такое? Это что такое? Вот. То есть вкладывание денег вот таким вот образом. Вот. И так я объяснил разницу между плебеями потенциальными и не плебеями. Идем дальше. Сейчас мы с вами дойдем до сути. Поскольку нам открытий чудных, 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 то что я никак вернуться не могу. Ну все, с Белоруссией разобрались. Вот этот шестой пункт означает, что меня немножко не так поняли. Человек, видимо, решил, а были такие случаи у меня, когда меня печатали, и главный редактор видит, ему и статья нужна свежая, чтобы это был чуть ли не новичок, свежий взгляд, свежая фамилия, а то там одни, одно и то же пишут и пишут, пишут и пишут. А тут свежак. А он же ересь и говорит. И тогда берут, и вот тут начинают меня поправлять. Вот, вроде такого образа. Представляете? Вот. Сеянцы из косточек в сад допускать нельзя. А я подчеркиваю, это и есть основа сада. Вот. Обязательно, обязательно. Сеянцы из косточек дают здоровье всему саду. Даже если они не полностью опыляют, а только дальше говорить не буду.